друзья, вчера прошел снежок, лежечка заметенная. Собак тут быть не может, это однозначно. Иди. И след, и след. Это похоже. Вот, похоже на волосы. Мне больше, больше тут нет выходить. Вот так. Ну что, друзья, сегодня выходной у меня выдался. Вот решил сходить еще раз в район того же места, не в то же место, а в район вдоль реки спуститься, там около 4 километров, и потом по другой стороне реки подняться. Посмотреть концентрацию следов. Не знаю. Мысль шевелится такая. Возможно, что закинуть сюда приваду, посмотреть, что будет. Но для этого нужно найти концентрацию следов. Вот сейчас отошел 1,5 километра от дороги вдоль реки. И вот это первая лёжка. Сейчас еще дальше пройдем этими буграми. Тут такие бугристые. Бугристая местность такая. Получается, вдоль реки косы такие бугристые идут, а по краям болото. Вот возможно, что с этой стороны откуда-то они приходили. Взял сегодня с собой вот такого кобелька. Кличка Умка. Карело-финская лайка. Вот. У меня их два было. Один старый. Тот хорошо лаял. Пипозверю лаял и птицу. Ну, все подряд, короче. А этот под ногами вечно трется. Ему уже лет 5. Наверное, такая безобидная собака. Вот так вот ее за компанию брать. Под ногами путается. Да, Умка? Это бандит, да? Ой, бедняга. Завтра поедешь со мной опять. Будет у меня волчатная собака. Да? На волка со мной будешь охотиться. Все, послушный. Машину идет без проблем. Подходит. Не так, как было со старым. Старого не загнать было в машину. Если в лет. Пока не набегается, не успокоится. А этот без проблем. Позовешь, подойдет. Птичка подымется, он немножко пробежит за ней. И все. Вот такой вот характер у него. Друзья, представляете, когда-то давно здесь в советское время брали лес. Делянки вон, пни старые. Да и по карте видно. Уже как бы вот такой вырос. В общем, обошел то место, где видел лёжку. Лёжка получается только одна. След в сторону реки. Я по нему прошел немного, но решил все-таки уйти, не сбиваться с маршрута. То есть, что задумал, то сделать, потому что времени светового немного, а идти довольно прилично. Неужто он тут один? Неужто одиночка, как орудовал? Посмотрим дальше. Самое интересное наверняка еще впереди. Ну, в принципе, я обратно буду идти по другой стороне реки. Найду переход там в конце у озера. Там обычно бобер запруживал. Возможно, где-то по плотине по его перейду. Пойду другой стороной реки. И следы эти, которые в сторону реки уходят, возможно, что пересеку. Может, у них там тоже где-нибудь переправа. Друзья, смотрите, вроде казалось бы, лес, тайга, следы присутствия человека. Скоколейная рельса. Это вот в годах, наверное, концы, конец 40-х, 50-е года, здесь была узкоколейная железная дорога. Ну, одна из веток, так сказать. И вот смотрите уже, какой лес тут вырос. И они попадаются, это не редкость в лесу. Вот целиковая уже под корнями идет. Раньше было и находили целиковые, лежали. Что только не находилось, и вагоны находили, и все, все. А, вон с той стороны еще. Нет.
Да, это все узкоколейка. Вот так вот. Казалось бы, да, не ступала нога человека. Ага, тут до меня уже лет 50-60 назад все было выпилено. И только сейчас вот лес немножко подрос. Местами-то уже такой лесочек-то вообще неплохой. Сосны, ели, березы. Уже, наверное, скоро по второму разу будут брать. Вот и вышел к реке. Уже тут недалеко до озера. Сейчас пойду прямо вдоль реки. В притирку, чтобы смотреть, где можно перейти. Искать место для перехода. Ну вот, тут какая-то перемычка. Такая. Через реку. Сейчас буду пробовать здесь перейти. Старая бобриная хата или что тут? Плотина старая. Попробуем здесь. А, ну вот тут свежие даже бобриные погрызы есть. Какие-то плывучие острова. Бобрики грызли. Ну да, даже вон следы есть. Выходил. Бобр. Так. А вот там у него плотина. Вернее, не плотина, а хата. Там у бобра хата. Вот, друзья, дошли чуть раньше, чем планировали, до озера. Реку перешли. Есть время немножечко обсушиться, да, перекусить хотя бы тепленького. Пускай не горячего похлебать, но хотя бы тут небольшой сэндвич, так сказать, сделать. Колбасы да хлеба, да яйцо это вареное с собой взял. Вот. По итогу, в общем, больше следов волчьих не видно было. Вот в единственном месте одна лёжка и волчий след в сторону реки. Сейчас пойдем по другой стороне реки и заодно и посмотрим, пересекал ли он реку или нет. И оттуда уже будем плясать, думать, что дальше делать. А тут уже все. Тут вот озеро. Сейчас мы пойдем в том направлении вдоль реки, обратно в сторону дороги. Так, сейчас я посмотрю, сколько получилось. Так, получилось 6400. 6 километров, 400 метров, но это со всеми, так сказать, закутками. Я там немножко по следу ходил. Я не знаю, покажет, не покажет камера. Вдоль реки прошли. Сейчас в обратном направлении, ну, я думаю, столько же. Время обед, без 3 минут 12. Как раз должны уложиться. Чай у нас сегодня из термоса. Так, проще. Я вообще не рассчитывал, что костер можно будет разжечь. Думал, времени не хватит у нас пройти. Все бегом. А тут получилось довольно быстро. Так, ну что, испробуем. О. Подогрелась. Неужто этот волк одиночка? Что-то мне не верится. Хотя я уже начинаю сомневаться. Тот след, который, по которому я шел в прошлый раз, с бугра по болоту. Может быть, еще на бугре тогда волки оставили уже кобеля. А я шел по следу волка. Вон тут, видать, во время гона сахаты он рожки чесал. Видно, вон натоптаны старые следы. Облобызал так.
Ну вот, друзья, я сейчас на другой стороне реки и примерно напротив того места, где видел следы. Там посвежее были, вот тут лосиные следы. И есть еще какой-то след. Вот. Видно его рядом. Лосины, вот. Так вот не понять, одиночка это этот? Или что это? Или кто это? Сейчас немножко пройду под ним. Вот лосины. Вот рядом идет кто-то еще. Ну понятно, что это не собачий. Вот лосины. А вот волчий рядышком. Потому что с собаками тут мы не бегали, не ходили. И это примерно напротив того места, где Лёшка была, только через реку. Сегодня, наверное, у меня времени не хватит. А вот завтра, когда уже привезу, наверное, приваду, то я все-таки, наверное, положу ее здесь где-нибудь. Только вот надо определиться, на какой стороне, на этой или на той. Вот тут что-то натоптано. Вот он. Это точно его. Так вот, тот ли одиночка или нет, не понять. Так, ладно, пойдем дальше, пройдем, посмотрим. Нам уже немного осталось. Так, ну вот. Еще где-то от того места отошел метров 500, может быть, километр. И еще след. Ну, понятно, что старенький. Но на этой стороне вот два следа. Уже волк по следу лося ходил. Да, на этой стороне реки значительно больше следов. Намного больше. Тут уже, можно сказать, даже такая вот как концентрация следа. То есть я вот иду вдоль реки уже где-то, не знаю, может быть, в районе километра 4-5 следов прошел, пересекаются, пересек. Они к реке и от реки. Иду по бугру, который находится напротив того бугра, где видел Лёшку. Ну вот Лёшку, к сожалению, видел только одну. На той стороне реки. Здесь пока ни одной не видел. Тут и бугор-то побольше, конечно. Там случайно чисто наткнулся на нее. Но по кругу обошел везде, посмотрел. Больше нету. Что бы это значило? Но эта сторона мне однозначно нравится больше. Несмотря на то, что там была Лешка. Тут следов присутствует больше. Ну вот сюда на снегоходе попасть, это проблема, конечно. Там-то, в принципе, по болоту можно подъезжать. А с этой стороны посложнее. Ладно. Подумаем, еще разберемся. Ну вот, друзья, я и вышел к дороге. Уже как раз время 16 часов. Через полтора-два часа уже будет темно. В общем, по прогулке что могу сказать? Результат есть. Дома по карте посмотрю, где лучше приваду кинуть. Однозначно буду кидать. Так уже в голове кое-какие мысли есть, но это не точно. Поэтому озвучивать не буду. Завтра все сами увидите. Ну все, до завтра. Так, ну что, определился я с местом, где выложим приваду. Вот она, привада. Не спрашивайте, что там. Там мелочевка. С осени осталось. Остатки гусей.
что охотились, боровой дичи. В общем, потроха все. Потроха, перья. Начнем с этого. Понятно, что лучше, конечно, какую-то тушу животного. Желательно лося, конечно, или кабана. Но пока нету. Понятно, что поздновато это все дело с привадой. Тут разговаривал тоже с людьми довольно опытными. Мне подсказали, что это все с осени надо делать. Чем раньше, тем лучше начинать кормить, чтобы был результат. Сегодня, кстати, со мной опять вот волкодав. Да, Умка? Ну. Но пока так. Попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Ну что, друзья, вот и вы выложили приваду мы с моим волкодавом. По этическим соображениям показывать ее не стану. Зрелище не очень приятное. Запах тоже присутствует. Выложил приваду там, где была вчера Лешка. Тут получается остров, он с трех сторон окружен болотами. А с одной стороны рекой. Посмотрим, привада полежит, видно будет. Если следы будут появляться, буду приходить смотреть, то уже будем думать об установке петель. Ну, либо же, я посмотрел тут по карте, этот остров, он сам по себе не очень большой. Если вот словить момент, когда входные следы со стороны реки будут, возможно, что они на дневку сюда приходят, то тогда есть смысл попробовать охоту флажками. Сделать окладик здесь. Ну, видно будет, посмотрим. Пускай пока привада лежит. Сейчас, наверное, недельку туда ходить не буду, сюда. Посмотрим, что из этого выйдет. Да, еще бы найти бы тушу животного какого-нибудь. Ну ладно, постараемся что-нибудь придумать. Видно будет. Ну, в общем-то, на сегодня все. За выходные что хотели, то сделали. Проверили следы волчьи и выложили приваду. Теперь остается только ждать и проверять. Также, друзья, буду рад обратной связи с опытными волчатниками, которые, может быть, что-то подскажут мне, может быть, что-то я не так делаю. В общем, опыт должен какой-то я получить с этого. Ну, плюс, если вы подскажете мне, кто разбирается в охоте на волка, как грамотней, как правильнее все сделать, то буду признателен. В общем, всем счастливо. До встречи. Пока.